По информации единой дежурно-диспетчерской службы, минувшие сутки на территории городского округа Красногорск прошли спокойно, без аварий с пострадавшими на дорогах. 15 марта в связи с ремонтом на ЦТП номер 2 в Чернево-1 будут кратковременные отключения горячей воды. Метеопрогноз на сегодня – местами сильный мокрый снег. Гололедица, возможно, порывы ветра до 15 метров в секунду.